شام بخیر دوستانی عزیز، این شام در برنامه ما سرمربی تازه تعیین دسته وحش باختر توی جان مومینوف حضور دارند. خوش آمدید توی جان، و چون فرصت شد برای اولین مراتب شما را از نزدیک با تعیین این وظیفه تبریک میگویم، اما در پشت همین تبریکات و تمنیات یک سوال به میان میآید. توی جان ببینید که از دسته لیگ اولی رفتم به دسته لیگ یکم، خوب این چی است برای شما یک از نگاه حرفه‌ویت؟ Ну, я думаю, немножко это понижение, в классе как тренера, но это, знаете, после прошлогоднего такого выступления, когда берешь второе место, берешь суперкубок, играешь в финале Кубка Таджикистана, да, и идешь в команду, которая классом упала ниже в первую лигу, я думаю, немножко это понижение. С другой стороны, ну, мы с директором клуба Исраил Шариповым очень хорошие друзья, и просто человек попросил, что надо помочь, надо, чтобы команда вышла из этого положения, вышла в высшую лигу. Вот вы наверняка смотрели передачу, которую мы беседовали с Гайратом Ирахмадовым, спортивным директором Раушана. Он сказал, что по обоюдным согласиям мы расстались с Тойджоном Муминовым. А вы что будете сказать? Ничего тут такого нету, понимаете. Контракт был заключен на один год с продлением того, что, как директор говорит, что Раушан — это только задача первого места. Если эта задача не выполняется, значит, ну, руководство может принять решение о том, что можно расторгнуть контракт. Директор Гайрат – это исполнитель. Да. Как директор, он работает, то, что может делать, делает, он старается для клуба это все делать. Но есть еще высшее руководство, которое президент клуба, которые тоже должны, ну, жить командой. Понимаете, был момент, когда очень большое внимание было уделено в команде на подготовку стадиона к финалу Кубка Таджикистана. И вот в этот период немножко произошел сбой. Сбой в том, что была задержка заработной платы, и футболисты неправильно повели себя. Футболисты, я не буду говорить имена, которые, ну, атмосферу в команде они нарушили. И вот здесь у нас пошло немножко неразбериха, которая повлияла на дальнейшее выступление команды. А это и финал Кубка Таджикистана, где мы проиграли по пенальти Истиклолу, и выступление в Кубке АФК. Вы сказали насчет ауры вот команды, которая вот иногда вот бывает, вот расшатывается так. А кто должен вообще-то контролировать эту ауру? Вот, лидер раздевалки, тренер, кто вообще? Если имеешь в своем составе, ну, хотя бы еще такую, знаете, обойму, когда один игрок может заменить другого игрока, и это не повлияет на рисунок игры команды, да, тогда из тех игроков, которые вот это все создали ситуацию, да, с ними надо было прощаться, и я думаю, что можно было бы эту ауру в команде, которая была, ее сохранить. Так как игроков было очень мало, ну, приходилось нам с Гайратом сделать такую ситуацию, чтобы уравнять, успокоить это, да, всю атмосферу в команде. Опять же, очень сложно, понимаете, когда игрок не едет на официальный матч, на матч АФК, мотивируя тем, что нет денег или там у меня проблемы большие, это очень сложно. И опять же, мы приходим к тому, что чтобы дать какой-то результат, мы соглашаемся, мы закрываем это глаза. Хотя мы с Гайратом понимали, что это может, ну, негативно повлиять на команду, да? Что вот ему позволено, а нам не позволено, и вот это все было. Давайте все-таки вернемся к Вахшу, потому что у нас получается так, что Раушане, это получается у нас как в РПЛ, только о Спартаке играет там Пари НН с Зенитом, а говорят о Спартаке, играют другие, мы говорим о Раушане. Давайте все-таки о Вахше. Контракт ваш какой? Договоренность с директором клуба такая, да, если команда выйдет в высшую лигу, и контракт будет продлен сразу автоматически на 2 года, на дальнейшее. Это значит, один с плюсом, да? Это... Один плюс два.
1+2, да. Это дает что надежду на то, что это будет долгосрочный контракт. Это можно знать и думать о том, что есть постоянная работа, и можно постепенно делать команду. Ваша команда, ну, если так по большому счету взять, да, я как игрок сам начинал в Вахше. Да. Это в 90-х годах, когда еще была буферная зона, я играл там за Вахш, 2 сезона отыграл. Это знакомая команда. В 2014 году я был главным тренером команды, но ввиду финансовых проблем, то, что у Вахша было, тогда я после первого круга я покинул команду, туда пришел тренерский штаб с молодежной сборной, на базе Вахша была молодежная сборная, и я покинул команду. Знакомая команда, знакомая такая атмосфера, да, все-таки Вахш это имя, которое это для таджикского футбола огромное значение имеет. Здесь все время Вахш давал очень много игроков. Да, это кузница нашего футбола. Кузница нашего футбола, да, так грубо говоря, если взять по тем временам и вот дальнейшее вот наше развитие таджикского футбола, которое идет после распада Союза, да, очень много игроков вышло с Вахша, с команды вот оттуда. Тоджон, как восприняли вот бренд, который вернули? Вот Вахш это бренд. Вот как раз в этом году вернули имя Вахша. Как вообще я это? Думаю, что это очень правильно, потому что все-таки Вахш, и когда вот это поменялось название, Вахш на Хатлон, но оно ни о чем не говорит, потому что из всех людей, которые за пределами республики, которые знают команду, даже в соседнем Узбекистане ребята, которые играли по первой лиге, под буферной зоной играли, они все говорят Вахш, они никто не говорил Хатлон. Я думаю, что это позитивно, это очень хорошо, что вернулась команда, название старое. Да, но сейчас команда играет в Кубке Федерации футбола Таджикистана. Какие успехи у вас? Ну, мы вышли из группы, заняли первое место. Мы выбили из турнира команду Паншер, который был, это команда соперник, это дерби между собой, которое происходит, да. Там Вахш, Паншер. Ну, как таковой задачи сказать о том, что мы должны в этом турнире занять какое-то место, задачи такой не стоит, но сейчас в основном мы вот разговариваем с директором клуба о том, какие проблемы, какие позиции надо укрепить. Костяк команды не сохранили. Костяк команды сохранили, но так как я, вот, например, свое видение говорю о том, что нужен очень вратарь, более-менее классный вратарь. Есть молодой мальчишка, он неплохой, но где-то в играх может подвести, может где-то пропустить нелепый гол, но ему нужна замена. Нужен игрок, который... Задний защитник, один центральный задний защитник, хороший, думающий, который будет руководить этой обороной, и центральный полузащитник. Вот эти три позиции, которые, если мы укрепим, тогда можно будет уже и говорить о том, что мы пойдем и будем выполнять эту задачу. В любом случае, я туда пришел для того, чтобы эту задачу выполнить. Надо Вахш вернуть в высшую лигу. Сейчас строгий приказ Федерации футбола о том, что независимо, это высшая лига или первая лига, команды должны играть на хорошем газоне, это хороший стадион, хорошие раздевалки. Это, я думаю, что будет плюс футболу, потому что уровень игры будет намного выше. У нас в Бухтаре, да, вот, Вахш, сейчас идет очень хорошая реконструкция стадиона. Да, я знаю, мы проводили там лицензии. Да, и я думаю, что если вот это освещение будет, то мы будем играть в вечернее время, даже в первой лиге, потому что федерация говорит, если есть освещение, можно играть там. И когда играешь вечером при освещении, когда будет прохладно, скорости футбола другие, это будет совсем очень здорово. Да. Тоджон, вы привыкли играть с легионерами, а в первой лиге легионеров не будет. Как будете справляться? Сама игра первой лиги и высшей лиги, ну, значительно отличается, да, если легионеры, когда есть в командах, ты легионерами закрываешь те проблемные зоны, которые у тебя есть в команде, ты подбираешь этих легионеров под команду, чтобы укрепить эти позиции, да. Немножко в первой лиге, сейчас смотришь, вот мы играли с Мухиром, это первая лига команды, с Осе, немножко футбол, скорости игры другие немножко, мышление другое, да. Если даже взять Вахш, вроде костяк команды, игра в
прошлом году играли в высшей лиге Таджикистана. Сейчас я боюсь того, чтобы вот эти игроки, которые есть в Бахче, чтобы они не пошли на уровень первой лиги. Что можно долго думать, можно как хотеть, как играть, как ему хочется, где если в высшей лиге играешь 1-2 касания, там играет 3-4 касания, да, это надо, это искоренить надо, да, и тогда будет. Вот, извиняюсь, вот этот костяк проиграл же в высшей лигу. Ну, это футбол, я не могу сказать, почему так произошло в Бахче, да, что было плохо, что было хорошо, то, что команда впервые за столько лет покинула высшую лигу, это, конечно, большой минус. Ну, все знают прекрасно, да, в республике о том, что у Бахче есть стабильная заработная плата, но не было премиальных. Когда нету премиальных, мотивировать футболистов на матч, это бесполезно. Да, имя, да, это команда, да, тренеру было очень сложно. Когда игрок знает, что есть мотивация, есть премиальный за то, что ты выиграешь, это другой настрой. Вахш, чем мне заинтересован Вахш, да? Вахш, во-первых, есть свой стадион. Одна из тех команд, где есть база. База – это даже если мы имеем на стадионе комнаты для отдыха, да, я такой договор, что мы собираем команду намного раньше, за 3 часа, например, до тренировки, да, мы собираем, пусть они сидят, будем мы кормить, не будем кормить, это другой вопрос, но они хотя бы 2-3 часа посидят вместе, поговорят, отдохнут, да, и тогда полноценную тренировку проводим. Если футболист приходит на тренировку, у него какая-то работа плохо, это вообще, у нас очень много футболистов таксуют, извините, да, вот это очень плохо, приходят, они за рулем сидят, потом пришли на тренировку, вышли, что с него взять? Что он может думать об этой тренировке? На данный момент вы имеете такого футболиста в составе? Да. Вахши, да? Увы. Есть, да, да. Увы, да. Есть, да? Есть, увы, есть. Я сказал, что сразу или он прекращает эту деятельность, или он покидает клуб. Мы не такой футболист. Но для того, чтобы он прекратил эту свою деятельность, надо будет его платить как-то, обеспечить как-то. Человек выбирает профессию, да, себя. Вот он выбрал профессию футболиста. Он должен идти к цели. Если его не устраивает заработная плата, какая бы она ни была, например, маленькая, большая, это не важно, да, он должен выбрать, или он работает такси, или, да, такой футболист мне не нужен. А вы обговорили с руководством Бахша те аспекты, которые вот выразились, вот сказали, что надо будет обеспечить им премиальную и все это? Да, обязательно, когда был разговор. Есть такая договоренность о том, что если не будет стимулирования и не будет премиальный зал, матч, например, да, вот я работать не буду. Потому что я просто не смогу их стимулировать. Ну, что да. Человек будет получать вовремя заработную плату, а у него стимула нету. Для чего играть? Можно там выходить, можно говорить разные вещи, да, о том, что вот хай выйдете в высшую лигу, мы там дадим такую стимуляцию, там бонусы получите. Ну, это все, так сказать, лирика, да. Есть конкретный матч выиграли, ребята должны получить премию. Независимо, какая она будет премиальная. Угу. Это будет исходить из того, возможности клуба, какие да, клуба. Да. Бюджет. Да. И сейчас, не знаю, насколько. Ну, это очень серьезно, после того, как национальная сборная выступила очень успешно на Кубке Азии, да, мы вошли в восьмерку лучших команд Азии, да, это большой стимул того, что футбол все-таки спорт номер один во всем мире, да, и когда вся нация сплачивается вокруг футбола, да, когда играет сборная, да, это уже в каждом уголке Таджикистана, да, за пределами Таджикистана, каждый болеет за сборную, да, и все сразу начали понимать намного серьезнее, насколько это очень важно для нации. Да, да. И тогда, чтобы была хорошая сборная, нужна хорошая лига. Когда один тренер переходит в другую команду, он немножко поменяет свою философию, вот как-то стиль может поменять, или у тренера всегда одна философия? Один стиль, одна игра. Философия всегда меняется. Философия меняется в зависимости от того, каких ты игроков имеешь. Mm. Под игроком будешь настроен. Конечно. И ставить модель игру, все зависит от того,
кого ты в распоряжении имеешь. Если у тебя хорошая линия атаки, конечно, естественно, ты будешь играть атакующий футбол. Если у тебя линия обороны, значит, ты будешь другой футбол играть. В любом случае, вот Вахш. По вчерашней игре, если мы играем с Исхаты, да, дубли с Исхаты, вроде мальчишки грамотные, хорошие, понимают футбол, да. И смотрите, мы хотим вернуться в высшую лигу. Мы должны играть первым номером. Да. Первым номером, значит, мы должны постоянно быть в атаке. И буквально вот 2 года тому назад я работал в первой лиге и понимаю, да, что сейчас любой вынос мяча от своей штрафной в нашу сторону, да, это будет контратака. И здесь будут большие проблемы. Даже вчера у нас были большие проблемы. Потому что, получая контратаку, можно получить выход 1-1 и пропустить гол. Не всегда бывает так, что ты в каждой игре можешь создать там 10 моментов или 5 моментов, да, и все эти голы зайдут. Можно невезение, да, и да. Можешь атаковать, получить гол. И философия будет строиться из того, что, ну, какой контингент у тебя будет играть. Но в плане дисциплины, в плане игровой дисциплины, она у меня постоянно одна и та же будет. Есть игровая дисциплина, да, ты играешь. Нет игровой дисциплины, извини, ты не играешь. Отлично. Все-таки вернемся к главному вопросу. Какая задача? Почти что вы сказали, что задача это первая. Задача это вернуться в высшую лигу. Да. Вернуть Вахш в высшую лигу, чтобы Вахш был в высшей лиге. Для этого есть все условия? Условия будут. Идет большой скачок в футболе. Условия будут. Сейчас не будем говорить о том, что к этому предшествует, да, но идет большая работа, есть распоряжение, да, президента Федерации Рустама Мамали о том, чтобы в каждом клубе был спонсор. Спонсор, да. Очень хороший. Подошли к нам люди очень серьезные, которые хотят взять шефство над командой. Да. Если это произойдет, я думаю, что ваш на постоянной основе, если спонсорство это будет, ваш будет очень солидная команда. Да. С учетом того, что если оно выйдет в высшую лигу, это будет очень здорово. Финансирование будет постоянно. Насколько это все долгосрочно будет. Имея сейчас, знаете, многие клубы перешли на бюджетное финансирование, да. Но бюджета мало, в любом случае надо, чтобы еще были спонсора. Да, да, да. Вот, если взять у Равшана, Ходжи Шариф сегодня откажется от Равшана, я думаю, что Равшан больше не потянет на такие условия. Поэтому Ходжи Шариф это спонсор, который очень сильно помогает клубу. Также должно быть у всех спонсоров, да, у всех команд. Да? Ну и очень здорово будет, интересно будет, знаете, когда такие спонсоры, как Ходжи Шариф, да, во всех клубах появятся. Да? Ну, даже если мы 10 команд имеем в высшей лиге, и мы призовем сюда всех, Гвардиола, Клопа, там, Мауриньо, всех, 10 команд, да? Все равно одна команда будет чемпионом, и 2 команды покинут высшую лигу. Это регламент чемпионата. Карт-бланш у вас есть? Доверие со стороны руководства? Карт-бланш у главного тренера никогда нету. Да? Я Чего? Думаю, что нет. Карт-бланш это когда тебе говорят, ты вот строй команду, и вот тебе 3 года, и ты делаешь команду. Независимо от того, как ты выступаешь. Это карт-бланш. А здесь идет непосредственная задача, стоит задача о том, чтобы вернуть команду в высшую лигу. Нюансы, да? Ну, конечно, конечно, да. Если ты неудачно начинаешь выступать, естественно, руководство клуба будет говорить о том, что ты не справишься с задачей, и мы будем менять тренера. Саламат душен. Ташакур мекунемаз шумо. Тёжон, душон азиз аджман. من در آخر صحبت یک بار دیگر اظهار داشتنیم که البته برای توجون مومینوف صحبت کردن با زبان روسی راحت تر است با همین خاطر ما صحبت رو با زبان روسی راه اندازی کردیم اما فکر میکنم که برای شما یکان ناراحتی نیست شما راحت بوده در این صحبت ما زیاده از این در برای دسته وحشی شهر بختر بسیار چیز را گرفتید و امیدوار هستیم که دسته وحش همچون یک مشعل برداری فوتبال تاجیک در موسم امسال با لیگ اولی برمیگردد و ما در این جوده با
сармураби тоза таини дастаи вахш тоҷон муминов ва албатта ҳайати роҳбари кунандаи даста ва бозингарон бароро муваффақият мекунем. Тоҷон, барои суҳбати хубу хушатон барои шумо изҳори сипос ва бароро комёбӣ. Дӯстони азиз, дар ҳаминҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. Хайр.